Поручение президента выполнено. Новый лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев только на прошлой неделе раскритиковал Минфин страны за общие недостатки в работе и неумение формировать бездефицитный бюджет. А уже в эту среду ведомство объявило об увольнении 562 чиновников. Среди них есть и глав департамента, в том числе начальник управления налоговой и таможенно-тарифной политики, и начальник Ташкентского городского управления Госфиннадзора. Десятки человек уволены из казначейства и пенсионного фонда. Подобрать новые кадры поручено Союзу молодежи Узбекистана. Президент Мирзиёев заявил, что квалификация и опыт тех, кто придет на смену, не так важна. Главное, чтобы эти люди были молодые и любили родину.